вечора, шановні наші телеглядачі. Ви дивитесь передачу «Гаряча лінія» на телеканалі «Миколай», в студії Наталія Якобсон. І я поспішаю привітати нашого сьогоднішнього вечірнього гостя. Це Володимир Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва Миколаївської області. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Раді вас бачити у нашій студії, тим більше, що і тема для розмови у нас сьогодні цікава і актуальна, мабуть, з огляду на те, що дуже багато ФОП підприємців закрили свій вялотікущий бізнес, якщо можна так сказати, а губернатор Миколаївщини так і обласна рада ухвалили рішення про прийняття програми підтримки підприємництва на 2017-2018 рік, якщо невірно назвала тих, хто був ініціатором, поправте мене, будь ласка, і трошки про програму розкажіть. Ну, прежде всего, о тезисе, что достаточно большое количество предпринимателей закрыло свою вялотекущую деятельность. На самом-то деле, не только по закону Украины о том, что предпринимательская деятельность – это деятельность на свой собственный страх и риск, но и вообще по всем мировым канонам это рисковая деятельность. Это деятельность очень активных людей, людей, которые имеют свою собственную позицию и деловую, и экономическую, которые неравнодушны к будущему своей семьи, обществу, которое находится вокруг них. Поэтому, само собой разумеется, те предприниматели, которые были официально зарегистрированы, но не платили налоги, после определенных изменений в налоговом законодательстве, были вынуждены либо все-таки вести активную предпринимательскую деятельность, либо закрываться. Поэтому определенная часть предпринимателей действительно оформили выход из такой активной деятельности. Вместе с тем, достаточно большое количество предпринимателей зарегистрировалось как раз вот в январе, феврале, подали документы на регистрацию. И здесь действительно большой позитив, потому что вот новая политика правительства направлена на, опять-таки, возобновление проверок. Правда, штрафы, конечно, неадекватные, но, наверное, эта тема может не сегодняшней передачи. Так вот, вот эти проверки как раз вынуждают предпринимателей, которые не были зарегистрированы, которые вели свою деятельность, не оплачивая налоги, пройти регистрацию, и таким образом казна наша и области, и страны в целом начала пополняться достаточно существенно. Для того, чтобы эту ситуацию еще улучшить, областной совет принял в декабре прошлого года программу поддержки предпринимательства на 2017-2018 год в Николаевской области. Это полноценная брошюра, в которой описаны и методы, и техники, и исполнители. Ну и среди того, что там описано, вот есть важные такие моменты, о которых можно действительно говорить с определенной долей гордости и уверенности, что в 2017 году это однозначно приведет к позитиву. И один из этих моментов связан с тем, что в этой программе предусмотрена компенсация процентов по выданным кредитам для представителей малого и среднего бизнеса при ряде условий. Одно из этих условий – это образование нового рабочего места. То есть это абсолютно логично. Предприниматель, то ли он самозанята особа, то ли он действительно управляет своей компанией, неважно, насколько она крупная или маленькая, то есть, претендуя на компенсацию процентов, должен будет прежде всего показать комиссии, что этот кредит, который он получил в банке, на самом деле пошел не просто на пополнение оборотных средств или на приобретение какого-нибудь хорошей мебели для своего офиса, а это было использовано для того, чтобы трудоустроить людей и таким образом образовать новые рабочие места, что, само собой разумеется, влечет за собой увеличение налогообложений, поступления от налогов в нашу казну. З урахуванням підвищення мінімальної заробітної платні, чи багато підприємців готові на те, щоб оформлювати більше людей? Ви знаєте, от тема повищення мінімальної заробітної плати, як наслідки податків. Да, ми вже неоднократно обговорювали, в тому числі в цій студії. Безусловно, з одної сторони, деякі опоненти утверджують, що от ці повищення цін, які були в январі-февралі, з цим зв'язані. З іншої сторони,
Инфляция, девальвация – это процессы, которые в нашей стране не прекращались практически никогда. Ну, по большому счету, что такое на сегодня минимальная заработная плата 3200 гривен? Ведь давайте называть все своими именами. Исходя из тех цен, которые мы видим в магазинах, исходя из тех платежей, которые нам приносят счета за коммунальные услуги, это даже не прожиточный минимум. Поэтому, само собой разумеется, если бизнес работает, вернее, не если, а коль бизнес работает, он должен платить налоги. Налоги должны платиться правильно, честно и открыто. Причем немаловажно отметить тот факт, что на сегодняшний день законодательство Украины для малого и среднего бизнеса по льготному налогообложению, пожалуй, одно из самых демократичных в Европе. Везде платят налоги намного больше. Угу. Поэтому, вот, скажем так, увеличение до уровня 3200, ну, по большому счету, это только, наверное, первый шаг нашего правительства. Уже звучала цифра 5000 минимум. Да, я буду не очень удивлен, если мы увидим в этом году и 5, и даже больше. І навіть більше. Дивіться, буде створена чи вже створена комісія, яка слідкуватиме за тим, як ці кредити будуть видаватися, так? Совершенно більш вірно. Детально про функції цієї комісії розкажіть. Не кредити, а компенсації. Компенсації, да. Так. Кредити видають банки, якщо ми успіємо, ми віддільно на цю тему поговоримо. От буквально за час до того, щоб видвинутися в студію, в телефонному режимі ми обсуждали із департаментом економіки, і з некоторими банкірами, членов комиссии, то есть это чиновники областной администрации, это депутаты, по-моему, 7 депутатов было рекомендовано в комиссию, это представители деловых ассоциаций, в том числе торгово-промышленной палаты, регионального центра поддержки предпринимательства, совета предпринимателей и других подобных организаций, которые ну, созданы для того, чтобы содействовать развитию предпринимательства и бизнеса в целом в нашей области. Я думаю, что в ближайшую неделю эта комиссия будет утверждена. И, по сути дела, останется только закончить общественное слушание сегодня, не сегодня, вернее, некоторое время назад на сайте областной администрации был выложен проект положения о компенсации процентов по кредитам. Поэтому, уважаемые коллеги, если у вас еще не было возможности ознакомиться с этим документом, вы можете посмотреть на сайте областной администрации, ознакомиться с этим проектом и дать свои рекомендации, замечания. И, по сути дела, наверное, в конце марта мы уже получим полноценно работающий инструмент, утвержденное положение, утвержденную комиссию, и комиссия будет готова к тому, чтобы принимать документы от представителей малого и среднего бизнеса на компенсацию процентов по кредитам. Дивіться, в Україні, Миколаївщина на виключення, зараз є багато людей, які повернулися з фронту. Так, вони стикаються з новим життям після війни і дуже багатьох долучають до бізнесу центр зайнятості або проєкти асоціації інвалідів АТО, так, інкубатор. Можливо, для них там в цій програмі прописані якісь окремі пункти, які ну, льготні. Якщо можна так сказати. Нет, дело в том, что вообще-то бизнес неправильно делить вот бизнес женщин для женщин, бизнес для детей, бизнес для инвалидов. Естественно, должны быть программы компенсационные, это факт. Но надо сказать, что для переселенцев, участников АТО и инвалидов вообще в нашей области в прошлом году, опять-таки в ноябре прошлого года, впервые, мы неоднократно сегодня говорим это слово, областным советом была выделена сумма для работы бизнес-инкубатора АТОшников, переселенцев и инвалидов. Он называется «Другодыхание». Угу. Я не сомневаюсь, что вы об этом уже слышали. 50 человек прошли отбор, было подано, по-моему, более чем 150 заявок. Эти люди проходят обучение, бизнес-экскурсии, они занимаются по 3-4 раза в неделю. И уже сегодня, я думаю, что мы можем рассчитывать на очень интересный результат. Насколько я знаю, есть уже договоренности о презентациях этого бизнес-инкубатора, его выпускников перед и областными депутатами, и перед областной администрацией, для того, чтобы показать, что их финансирование
не було зря потраченими деньгами. І все ж, повертаючись до програми підтримки підприємництва, дивіться, чи кредитують зараз банки малий середній бізнес, і якщо так, то які ефективні ставки при цьому? Действительно, очень достойный вопрос, потому что вот, начиная с 2008 года ну, кабинет министров в те времена пошел по пути сворачивания кредитования малого и среднего бизнеса ну, в расчете на то, что таким образом они остановят процессы инфляционные, девальвационные, которые проявились в нашем обществе после кризиса. Ну и, само собой разумеется, это опять-таки повлекло к тому, что предприниматель, не имея возможности пополнять свои оборотные средства, по сути дела, был лишен этой возможности, он был вынужден идти на черный рынок, где цены на деньги просто неадекватны. На сегодняшний день вот мы проводили анализ банков, которые работают на территории Николаевской области. Мы получили ответы и проверили действительно эти данные. Мы подтверждаем, что 8 банков на территории Николаевской области активно сотрудничают с малым и средним бизнесом. Они выдают кредиты. Естественно, это кредиты, оформленные под залог. Естественно, надо предоставить бизнес-план. Естественно, надо выполнить определенные условия. Но факт тот, что они выдаются. Да, эффективная процентная ставка далеко не низкая. Она свыше там, 20 с лишним процентов. Но так поэтому и принята была вот программа компенсации процентной ставки. Для того, чтобы показать определенному количеству предпринимателей, что наше местное региональное руководство реально обеспокоило развитие малого и среднего бизнеса, и поэтому в тех компетенциях и в тех возможностях, в частности финансовых, которых есть, областное руководство поддерживает развитие малого и среднего бизнеса вот такими методами. И я однозначно уверен, что в следующем году эта сумма может быть увеличена в полтора или в два раза, но только при условии того, что действительно и комиссия, и предприниматели найдут общий язык, и поэтому эти деньги будут действительно правильно, вот, эффективно использованы. Прежде всего, опять-таки, на благо развития нашего общества. Володимир Борисович, дивіться, але в Миколаєві ну, набагато більше, ніж 8 банків. Можливо, є сайт, де описана ця програма і якісь підказки, куди йти підприємцям? Весь этот материал размещен на сайте Регионального фонда поддержки предпринимательства, на сайте Департамента экономики областной администрации, на сайте самой областной администрации. То есть, используя вот поисковики, заходя на эти сайты, можно получить исчерпывающий материал, но я еще раз подчеркиваю, сегодня эта программа заканчивается, ее полировка общественными слушаниями, комиссиями, которые с ней работают, и я думаю, что вот со второй половины марта, может, ближе к концу марта, эта программа уже будет полноценно работать, и мы сможем принимать заявления, то есть, насколько я знаю, я в этой комиссии секретарь, поэтому вот лично мне предприниматели будут приносить документы, мы организуем возможности в очень ускоренный срок их обрабатывать и сделаем так, что заседания комиссии будут регулярными. Як фахівець, підкажіть, будь ласка, ну, навіщо взагалі підприємцю як такому кредит? Конечно же, есть несколько путей финансирования предпринимательской деятельности. Одно из них, которое распространено очень в нашем обществе, это самофинансирование, когда предприниматель изыскивает свои собственные ресурсы для того, чтобы развивать свой собственный бизнес. Но, увы, мы с вами живем в настолько динамично развивающемся мире, не в обществе. К сожалению, наше общество, наша экономика продолжает ну, не быть доминирующей в мировом сообществе, но мировая экономика развивается и очень быстрыми темпами. Поэтому, само собой разумеется, для того, чтобы приобретать новое оборудование, для того, чтобы создавать ту продукцию, инновационную, прежде всего, продукцию, которая востребована на всех рынках. Конкурентноспроможную. В том числе конкурентноспроможную продукцию, потому что на самом-то деле предприниматели первой волны, они все-таки были ориентированы на решение потребителей, которые находятся на территории нашего города, нашей области. Сегодняшнее поколение предпринимателей практически обязано, особенно новое, выходить на внешние рынки.
Внешние рынки – это новые технологии, это новая техника. И исходя из этого, надо свободные оборотные средства, в том числе вложенные в оборудование, зачастую импортное, потому что, к сожалению, современное оборудование в нашей стране не очень выпускается, и понимать, что потребно тому рынку. То есть это надо проводить серьезные маркетинговые исследования, потому что, ну, скажем так, мы четко понимаем, допустим, рынки нашего потребления. Но если мы хотим выходить на европейские рынки, не говоря уже рынки, допустим, азиатские, надо провести маркетинговые исследования, надо понимать, готовы ли они покупать наши продукты питания, к которым мы привыкли. Мы знаем, что уже не совсем. Значит, надо вкладывать в том числе деньги в эти исследования. Поскольку у большинства предпринимателей такой возможности нет, абсолютно нормально использовать кредитные средства и тем самым стимулировать свое собственное развитие. Ну, это мировая практика, так работает весь мир. Чому виникла необхідність ухвалити таку програму саме на 2017-2018 роки? І чи єдина область в Україні, Миколаївщина, яка має таку програму? Чи, може, ми наслідуємо чийсь приклад, удалий приклад? Ну, звісно, ця програма приміняється вже кожні два роки, вона обновляється. Але, якщо говорити о наших сусідах, то, к великому сожалению, наскільки я знаю, Херсонський обласний совет не прийняв подобну програму. Почему комментировать не буду, это вопрос не ко мне. Но важно то, что нынешние депутаты областного совета и настоящее руководство областной администрации, они четко понимают, что в тех условиях, в которых находится сегодня наше общество, не поддерживать малый и средний бизнес, как говорится, будет себе дороже. Что получается? Предприниматель на сегодняшний день является в определенной степени двигателем прогресса. Это те люди, которые обеспокоены состоянием общества. Это, опять-таки, среди волонтеров основная масса – это предприниматели. Это люди с активной жизненной позицией, люди, которые знают, как работать, как зарабатывать деньги, как образовывать новые рабочие места. И как раз эти люди являются нашим таким форпостом, основой независимости нашей страны. То есть люди, которые не боятся тратить и свои собственные ресурсы для того, чтобы отстоять те угрозы, которые нависли над нашей страной. Поэтому, само собой разумеется, при рассмотрении вариантов олигархического развития нашей экономики, либо буржуазного, то есть вот такого нелиберального, где малый и средний бизнес является доминирующим, ну, по той простой причине, что в Европе это так, это от 60% до 85%, это как раз образует ВВП любой страны в Европе представителя малого бизнеса. Поэтому, рассматривая вот такой баланс, по всей вероятности, наши депутаты, наша администрация приняла абсолютно правильное и мудрое решение, что они будут поддерживать вот такое развитие нашего общества, которое оправдано и доказало европейским путем, что это, ну, наверное, единственно правильный путь. А якщо спрогнозувати, от дивіться, наприклад, кредити, ну, молодіжне кредитування, так, дуже кожен рік ми повертаємо відверто ці гроші в державу, вони не засвоюються. Що будуть з цими кредитами? Ну, прогноз. Я ще говорю, це не кредити, це компенсація процентів. Чи багато підприємців за прогнозами може звернутися, щоб компенсувати? Так, значить, пока я сейчас не буду называть ни цифры, ни по суммам, ни по количествам, потому что это проект. И важно, чтобы действительно вот те общественные слушания, которые сейчас заканчиваются, они прошли без какого-то давления, то есть чтобы никто из специалистов не рекомендовал тот или иной подход к этому вопросу. Но факт заключается в том, что эти деньги вернутся в бюджет благодаря налогообложению. То есть появление новых рабочих мест дает новые налоги. Новое рабочее место у предпринимателя образует добавленную стоимость, и это тоже налоги. То есть и прямым, и косвенным образом эти 2 миллиона, выданные в качестве компенсации кредитов, вернутся сторицей и в областной бюджет в том числе. Поэтому здесь прагматический подход тоже налицо. З огляду на розвиток Миколаївської області, економічний розвиток, звичайно, і України в цілому, що в цьому сенсі дає ця програма? Ну, по
Постольку, поскольку подобная программа есть в нашей области, и, как я уже говорил, я не знаю о существовании подобной программы в Херсоне, это даст нам некоторый такой, не то чтобы рывок, но шанс улучшить ситуацию в малом и среднем бизнесе. Потому что она за предыдущие годы существенно изменилась в сторону депрессивных настроений. Потому что усугубление кризиса, который начался в 2008 году, он налицо, и падение покупательной способности нашего населения, в том числе из-за увеличения цен на тарифы на энергоносители, приводит к тому, что вот малый и средний бизнес, ориентированный прежде всего на внутренний рынок, он начинал депрессовать. И вот эта программа, на мой взгляд, даст возможность в том числе посмотреть на внешние рынки. Потому что на самом-то деле сегодня малый и средний бизнес в работе с нашим обществом, в удовлетворении потребностей и по перевозкам, и по питанию, и по сервису, прочим другим услугам, он, в принципе, практически полностью уже реализовал тот запрос общества, который был. А новые предприниматели хотят зарабатывать больше. Они хотят работать с новыми продуктами, они хотят выходить на новые рынки. Вот эта программа, я надеюсь, что даст им ответы на вопросы, как это делать и за счет чего. А какие напрямки сегодня в предпринимательстве можно вважать перспективными? Опять-таки, я, наверное, повторюсь, прежде всего, это направления, которые ориентированы на внешние рынки. Ну вот, если бы у нас было больше времени, я взял бы с собой материалы, которые показали бы примеры огромного количества украинских предпринимателей, которые буквально за 15-16 год вышли на международные рынки, причем это не крупные компании, корпорации, это структуры, где работает там 3-4, 20 человек, и захватили свою собственную нишу, разработали те возможности, которые они сами инициативно разработали и придумали и воплотили. То есть на самом-то деле, как мы говорим, внутренний рынок уже достаточно серьезно распределен, он удовлетворен практически полностью, но на внешнем рынке наши способности, наши возможности и покупательная способность того рынка, она колоссальна, они не до конца между собой вот нашли еще себя друг друга. То есть мы будем надеяться на то, что вот инновационный подход к предпринимательству, исследование спроса рынков, которые находятся за пределами нашей страны, позволит сегодня предпринимателям не только, вот, как буквально полчаса назад мне говорили, вот только IT, вся остальная отрасль в предпринимательстве, она обречена. Нет, на самом-то деле и производство продуктов питания, и производство средств гигиены, и одежда, и многое-многое другое, не говоря уже о коммуникационных технологиях, все это современное предпринимательство, оно отличается от того, что происходит на обыкновенном базаре, где предприниматель, открыв контейнер, торгует носками, как это было 20 лет назад, так и сейчас. И мы однозначно понимаем, что через... шкафетки было потребнее 20 лет, совершенно верно. И через 20 лет будут покупать тоже носки. Но этот предприниматель уже занимает свою нишу. То есть его подвинуть не то, чтобы смысла в этом нет. Поэтому вот мы рассчитываем, что благодаря этой программе появится новое поколение предпринимателей, которые будут ориентированы прежде всего на инновационные модели развития и новые продукты, востребованные не только в нашем обществе, но и во всем мире. Володимире Борисовичу, у нас з вами дуже мало часу залишилося, але ми з вами маємо сьогодні ввечері унікальну можливість привітати всіх жінок-підприємців зі святом наступаючим жіночності весни. Большое спасибо за таку можливість. Дорогі наші жінки, прекрасна погода – показатель того, як ви терпеливо і мудро відноситесь до цієї житті. Мы надеемся, что мы достойны вашей любви, вашего уважения, вашей заботы о нас. Мы со своей стороны постараемся максимально сделать вас счастливыми. И если у нас что-то не получится, простите нас заранее. Що ж, я хочу вам подякувати за те, що знайшли сьогодні ввечері час бути з нами, і дякую за всю ту цікаву і корисну для наших підприємців інформацію. І буквально ще два слова про
інформаційну діяльність, тобто де можна дізнатися, окрім сайтів, якісь брошурки будуть роздаватися, щось таке? Так, да, совершенно верно. Вот буквально на этой неделе будет решаться вопрос о том, чтобы на территории Николаевской области было проведено такое роуд-шоу выездное по основным крупным нашим районным центрам, где будут проводиться конференции просветительские по этой программе, где будут работать и банки-партнеры, и будут обсуждаться вот вопросы компенсации, где будут подняты вопросы инновационных технологий. Поэтому я рассчитываю на то, что если вот ближайшие, скажем так, неделю-две областная администрация и совет депутатов утвердит, то уже где-то с апреля месяца подобные мероприятия будут доступны во многих регионах нашей области, ну, будем надеяться, что даже во всех. Дуже вам дякую, час вичерпано, і ще раз вам приємного вечора і до зустрічі в наших ефірах. Спасибо вам, всього доброго, до свидання. І нашим телеглядачам на завершення програми хочу побажати приємного вечора і також до зустрічі в ефірі, до побачення.